Вместо сцены – балкон, вместо зрительного зала – площадка у фонтана. Дворец культуры деревни Демехово присоединился к уникальному проекту. Впервые балконы запели в Сергиевом Посаде несколько лет назад. Мы с удовольствием берем у наших коллег такой чудесный проект и запускаем его здесь, потому что Дворец культуры Демехово – это настоящая жемчужина, нам кажется, Орехово-Зуевского городского округа. Очень красивый, величественный, и на его балконах обязательно должно происходить что-то очень интересное. Концертную программу для демеховчан и гостей деревни подготовил вокальный ансамбль «Созвучие». Для участников коллектива это первый подобный опыт. Какое-то такое необыкновенное ощущение, когда ты стоишь сверху, чувствуется масштаб, чувствуется какой-то полет, что ли, я не знаю, души. Вот у нас одна девушка, которая пела песню «Высота», сказала, первый раз я эту песню пою именно в таком формате, и она как-то у меня совершенно по-другому звучит. Любимые всеми песни не только звучали, но и слышались по-новому. Публика с большим воодушевлением восприняла такое выступление на открытом воздухе. Такое нам настроение подняло вот это созвучие. Да, молодцы, девчонки. Да, молодцы. Такие песни вообще аж до слез. Хороший концерт, спасибо им. Сидишь. Концерт смотришь, фонтанчик, а сзади фонтанчик журчит, кругом зелень. Прелестно отдохнули, шикарно провели время. Проект «Поющие балконы дворца» планируется продолжать. В сентябре на балконе Демеховского ДК выступят другие инструментальные и вокальные коллективы.